Всем привет, друзья! Мы продолжаем гейм... Ой, хайлоу. Ну, короче, гейм-финале, да, мы продолжаем. И играем сейчас в Borderlands 2. Такие довольно-таки приятные для глаза. Перед вами пейзажики, да? И вот эта вот магистраль, такая шоссе из прошлой серии, она мне до сих пор доставляет. Так, нам надо... Блин, опять неизведанная карта. Этим она, конечно, задалбливает на самом деле, что она неизведанная и тут не показывает. Ну вот вроде шоссешка так едет, едет, едет и попадает. Нет, нам надо с вами, друзья, походу развернуться и... А нет, здесь шоссе ведет на базу. Нам надо развернуться, как я и сказал. Так, немножечко через речку. И, собственно говоря, поедем. Уже совсем туда, куда надо. Вот туда. Именно туда. Нам надо к Wildlife Exploitation Preserve. Изотоп что-то там. Не успела залукнуть. Так. Окей. Побежали. И... Продолжаем. Wildlife. Такие дела. I bet your friends claptrap could get through. Так. Апгрейд оружия и рядом с презервом каким-то. Подумай. Ну, короче, тут всякого. Всякого. Блин. Говна за баню очень много. Ладно, I'm sure we'll be doing this again. Я тоже sure. Sure, это, по-моему, уверен. Или, а, shoot, это должен, а sure, уверен. Понял. Бада сталкер, ну давай, Мордекай, помогай мне хоть немножечко. Хоть немножко, помоги. Алло, да подожди, куда ты так быстро-то? Чё за дракон, блин? Бада сталкер. Вред меня. Летающая тварина. Давай, Мордекай, помогай хотя бы хоть немножечко. Оп. Оп, все, готов. Бада сталкер. Еще один. Оп. 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 Тащи. Оп. Ну. Все. Это успех, определенно. А, нет, там еще один бада сталкер. Где-то туда видел этого паскуду. Так, ой, какие грибочки тут домики. I will take him out. Окей. Блин, реально прикольные домишки у этих needle stalker. Да отвали ты. На, на. Тащи. Вот так вот. Блин, это, конечно, фишка с выбрасыванием патронов, она реально крутая. Погнали дальше. 964 на 3. Блин, капец, почти 3000 урон. Это, конечно, мощно. А, наверх нам надо, на гору. Показывает мне, по-моему, значочек мой. Надеюсь, эти сталкеры до сюда хоть не доберутся. Ну, надеюсь, что нет. Еще выше, нифига себе. О, бадасрак. Бадасрак. I love бадасрак. Ладно. Мы с вами должны найти Мордекая. Каса де Мордекай. Вот и этот Мордекай. Так. Не знаю, о чем он тут говорит. Ну, ладно, пускай она о чем-то тут говорит. Как вы знаете, у меня звука нету из-за не очень хорошего микрофона. И звуки из игры, они, конечно, блокируют мое говорение, так скажем. Нифига себе, где тут схемы. Infiltrate Shipping Yard. И также надо будет Rescue Bloodwing.
Нормальное дело, хата. Жаришь что-то тут. Хавчик, видимо. Ой, блин. Подошел близко к огню. Называется, не играйте, дети, с огнем называется. Блин, Мордукай, я смотрел, отсюда все видно. Хорош. Опять нам переть через тернии. I'll blech, 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 but truth lab. Я знаю, моя девушка что-то там прочитать. Кучка роботов. Нуба. На, тащи, тащи, тащи. Хопа. Опа, 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 опа. Опа. И еще одно. На-на-на. Не надо в меня стрелять своим сраным электричеством. На, короче, с дробаша сейчас. На, и все, и до свидос. Свидос. И в тебя сейчас патроны выкинем. Опа, натащи. И еще до свидосик. Еще. И еще. Да ты умрешь сегодня, падает все. Выбросили мы в него магазин. Патрончики, это вся фигня. Это, конечно, все прикольно. А это, конечно, все очень нужно. Это надо лутать. Лут в этой игре это вообще просто дело на миллион, так скажем. Хорош, Мордекай, давай. Тащи. Ну, сейчас, конечно, Мордекай молодец, помог мне. Так-то до этого было тяжеловато. Погнали дальше. Неавторизованное что-то там найден. А, что случилось? Ах, краб. The checking loader что-то там. Да. Магазинчика. Хопа, и все, и умер. Нет, ни хрена себе, не умер. Не, все. Так, у меня защита немного восстановить, а то у меня дерьмо все с щитом. Нате вам гранатку. На критический. На кр... А, блин. Магазин закончился. Блин, здесь, конечно, патронов не так уж и много. Это не радует. Оп, еще минус один. Оп, 33, все, щит пробит. До свидос. Я валю. Я валю. Я валю. Нет. Не смейте сейчас это... Не смейте меня убивать. Быстрее, пожалуйста, умоляю. Пожалуйста, умоляю, щит быстрее, хорош, восстанавливается потихонечку. Блин, тут настоящая арена боя. Какая-то Battlefield реально. Какой-то. Тащи, 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 тащи. Аккуратно. Там электричество стреляет наш товарищ. Ганлидер. Блин, блин, блин. Оп. На пару критических. Минус один. Блин, с ними капец, конечно, на самом деле сложно с этими роботами сраными. Так, хилку подобрали. Ох, вот это было неожиданно. Капец. Ну, ну я успею, я успею. Есть. Второй шанс. Второй шанс, мне повезло. Тащи. Тащи. Тащи, все. Нет, еще наступает. Да капец, сколько их тут. Ремонтники еще приперлись. Капец просто. На, еще раз второй шанс. Не, ребят, это просто ад. Это ад. Это просто адовый ад. Чит быстрее, пожалуйста. Нужен, 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 нужен. Быстрее, 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 быстрее. Меня тут атакуют, адова. Так, раз, два, три. А, так, три красные меточки у нас тут. И еще ремонтник здесь атакует. Как же нужно сейчас найти... Хилку, хилку. Что-нибудь из этого. Ну, почему ты здесь застрял? 11 хп, блин, друзья. Это вообще жопа полнейшая. Капец. Infiltrate Shipping Yard. Их же тут так много. Перезаряжайся. Аккуратненько. 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 На. О, Камбал Инжиния появился у нас тут. Блин, магию потерял просто так.
Паскудина, а, на, все, отдыхай, парень. Блин, патроны. Да отстой. С ручником искать надо. Давай, Мордекай, ну хоть чуть-чуть, ну помоги, пожалуйста, умоляю. За мной тут летают самолеты какие-то. У нас экспишечек, все, открылся нам путь, но я хочу убить этого Пейра. Говно Пейра. Все, видите, даже убил его и ТП-шку получил. Не зря ходил. Очень даже не зря. Погнали дальше. Блин, магаз бы сейчас найти на самом деле. Патроны бы действительно понадобились. На дробашек, потому что я уже видел. Мне кружок, он здесь еще два врага. Мне показывало уже, что здесь два врага. Вот тут где они? Вот, раз, два, три. Да, три врага даже. ПВН. Ни хрена себе, подождите, а чё у тебя такой урон-то маленький? На. Да ну нифига, вообще просто ад. А чё у вас урона такие маленькие? Это чё вообще за фигня, блин, за мной двое бегут? Так, нет, один охотится даже. Капец, растут народ. Всё, до свидания, робот. Я, знаете, наверное, даже с ними просто тупо пробегу. Нет желания вообще с ними сейчас драться тут. Пускай они летят за мной, пускай, это фигня. Я лучше тупо пробегу. И вообще желательно бы сохранение еще найти. Оп. 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 Все в порядке. Уйди отсюда. Адул, что-то там скак. Фу, да, это рил сложно. Блин, за мной там армия роботов просто летит, бежит, просто нереально. Блин, зачем я просрал гранату на этот дерьмо? На, критический, на. Все, хпшку дала мне. У меня полная откуда-то, не знаю откуда. Альфа скак какой. Кто такой? Да вы что делаете? Алло, ни хрена себе! Это что за говно? Оп, тащи. Оп, тащи. Все. Вы видели это? Они просто мне всю фул хпшку сняли. Капец. Значит, надо такие 88 на 14. Неплохой урон. Не, ну вы видели. Просто всю хпшку разом какие-то собаки дрянные. И у меня снова мало хп. Это уже как в традицию входит. Иметь мало хпшечек. Патроны для дробовика, для штурмовки и все. Блин, еще собаки тут. Ну. Не, пожалуй, тоже я просто пробегу. Доктор Патрисия Теннис. Да уж, этими собаками лучше дело не иметь. Лучше просто мимо них пробежать. Wildlife. Ну точно, дикая жизнь. Приходится от них отстреливаться, от этой дикой жизни. Куда они делись? Плевать. Пробегу. Мне нисколько не надоедает тупо бегать. Что происходит? Он это делает. Какое-то телепортирующее говно. На. А, мне надо коллекционировать. Блин, опять эти собаки. Опа, критический. Опа, еще летающая какая-то. Ну нифига себе их тут. Блин, меня просто атаковали животные. Вот это лол. Щит просто... А, блин, отстой. А, нет, second chance. Ну, активировать. Давай, пробежимся. Нам туда. Допустите меня сюда. Все хорошо.
Кое-как прошел. О, еще и захоронение получил. Вообще замечательно. На. Уйди отсюда. А, вы что-то давайте. А, нет, не могут сюда войти. Что-то я этого недооценил их. Я их вообще недооценил. Зачем он метает в меня? Уйди. Уйди, пожалуйста, отсюда. Какая-то летучая мышь, ей-богу. На. Блин, как не вовремя патроны. Вот это вообще просто вот совсем не вовремя. На, критический. На, критический. На, все, критический. Все, закончились эти товарищи. Я этому рад. Да уж. Это сложно. А я reload speed. Ну, это скорость перезарядки, вроде, если не ошибаюсь, reload. Реок уже вообще перезагрузка, поэтому перезарядка, наверное. Давайте накупим с вами хпшечек. Шипы тут разные прикольные. Теперь патроны. Так, эти 47, это фигня, в принципе. Фу, у меня только для вот этого неполная. Все. Теперь все в порядке. Блин, деньги так-то потихоньку заканчиваются. Это уже не круто. Ну и блин, конечно, много денег уходит на патроны. Мочиться с этими говнюками тут вообще не класс. Я коллект слэк сэмплс какой-то взял. Не знаю, что это. Ой, блин, опять они, Мне рил задолбали уже эти животные. Я уже хочу покинуть этот уровень wildlife и все. Извините, я уже даже просто не хочу с ними мочиться, я уже просто пробегу нафиг. Потому что мне уже, ну, не интересно с ними мочиться. Вообще не интересно. Буду тупо бегать. Вот роботов, ладно, с роботами надо мочить. Ну, роботы реально могут убить. Так, фигня. Все нафиг. Нафиг. Кидаем зону. Стоп, что за хрень? Пустите меня. Или мне типа надо еще животных убить? Find holding cells. Rescue bloodwing. Блин, взрывное говно. Ну хорошо, взорвись. И ты меня особо мешаешь. Давай перезаряжайся, пожалуйста, быстрее. Я же, блин, качал скорость перезарядки. 63, все, 83. Сейчас пробьют. Пробью сейчас щит. Да, пробили. Блин, 179 хп уже. Все, тащи. Ну, second chance, С какой-то там попыткой, но я все-таки попал. Вообще ад. Роботы это просто убийственные говнари. Все, здесь посижу. Восстановлю себе щит немножко. Иначе по-другому никак. Ну чё? Ганлидер, блин, они как-то не очень прикольно, что атакуют меня. Оп-оп. Оп. Потихонечку. Кстати, левел потихоньку качается уже. Это радует. Но, блин, жизни очень мало. Очень мало жизней. Ну. Пожалуйста. Тащи. Ну уже. Ну. Да, минус один. Хорошо, их там трое осталось. Так, блин, не это, во. Да, блин. Не задание. Хотя, что у нас тут? А, это... Побочку? А, нет, я не включил побочку, мне показалось, что побочку включил. Я не знаю, коллег слаг сэмплс, это как бы влияет на то, что ворота откроются, или не влияет? Меня вот это больше всего интересует, как бы. Лол, гранатка улетела. Их осталось трое.
Их как было трое, в принципе, их трое осталось. Блин, эти умные говнюки уже не сюда теперь пришли. Не, ну, в принципе, если он так на меня по патрону будет тратить, мне как-то плевать. А вот этот вот Bull Leader мне вообще не нравится. Ой, блин, все, я свалился. Заново, что ли, пробегать? Не, вы серьезно, да? Я в шоке. Мы сейчас, друзья, с вами просто пробежимся опять до того места. Опять преодолеем. Преодолеем этих какого животных. Ни хрена себе, сколько с тебя денег свалилось. Вот и ты мощный парень какой-то оказался. Ладно, надо снова пойти закупиться. Патроны для RPG-шки. И дальше побежали. 0 из 15 лучше перезарядить. Лучше перезарядить для перестраховки. Там, конечно же, это все понадобится. Это для дробовика. И все. Блин, видите, сколько тут животных. Вот почему я сейчас был расстроен тем, что я свалился. Мне снова через этих всех животных пробежать. Хоть бы они меня рил, не атаковали, что происходит вообще. Ни хрена себе, чуть-чуть за ракета полетела от земли. Все, я вроде дошел, животные не особо меня атаковали. Хотя за мной какая-то паскуда, две паскуды бежит. Эта штука до сих пор. Никак. Открылась. Ну ничего себе. Вот это хотя бы радует. Ну. Ну. Не, долго не убивать. Долго не убивайте. Вот вы прикалываетесь, да? Арак. Блин, птички, все, я походу помер. Капец. Ладно, так, заходим. Заходим. Атака. Уже посветлело. Все-таки когда светлое время суток, намного приятней. Давай. Ну, тащи. Супер бадас лидер. Левел ап 18, хорошо. Это, конечно, все радует. Ой, Риди. Риди неплохо, он пригодится потом для апгрейда оружия. Все, проход открыт. Зашибись. Так, что тут? 189, 333, 106. 134 на 2. 97 на 2. Пистолет. О, 78 на 14, неплохой. О, у меня один skill points. Неплохо. Инертия. Kill skill. Угу. Fleet. Блин. Ну ладно, вкачаем инертия. Посмотрим, как она потом пригодится. Basement Maintenance. Мордекай. Опять. Ну же. Патрон для дробовика. Это все очень надо. Так. Всякие коробочки. Блин, когда так много дают оружия. Всяких патронов. Это значит, что впереди какая-то жопа дробящая будет. Басак жопа дробящая какой-нибудь будет. Мы с вами подобрали опять Slag Samples. О, здесь оружка должна быть. Так, это... Нифига себе, 19-й лоак требуется, офигеть. 20%, а это что?
Нифига себе, какие тут вещи-то, а? Лак, мне так до него и долго качаться надо будет. Ну ладно. Open. Play. Find Bloodwing. Rescue Bloodwing. Класс, я же говорил. Я же вам говорил. Ну давай, босяра, иди сюда. А, я нашел Байл Bloodwing. А что, Bloodwing это не босс? Ну ладно, нам надо его тоже активировать, по-моему, или еще что-то сделать такое. Да, Мордекай, хорош болтать. Лучше скажи мне, что мне делать. Бежать туда. Как я понимаю, нам надо бежать обратно. А, знаешь, что я забыл? Что-то там. Так-то плевать, что там забыл. Чувак, о, там что-то открылось. О, меня еще сзади. Сзади я какой-то. Бежать, 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 тупо бежать. Это уже урок пройденный. Нам надо тупо бежать. Блин, не бежать, мне так-то будет сейчас этого говнюка. Давай. Персонаж мой. Поторопись. Немножечко прибавь скорости. И все у тебя будет в порядке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежать, 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 бежать. Ай, блин, за мной просто армия. Просто армия животных за мной. Но я так не хочу сейчас с ними тут бороться. Вот честно. No, please, no. Нет. Нет. Но я застрял. Ай, блин. Мне надо наверх, что ли? Или куда мне надо? Я просто уже потерялся. Все. Так, тихо, надо сваливать. Надо сваливать как-то. Так, вот, вижу лестницу. И она меня наверх поднимет. Хорошо. Бежим сюда. За мной просто армия. За мной просто армия этих говнюков. Беги, 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 персонажик мой, беги. Беги. Беги, умоляю. Блин, еще тут. Еще тут появились говнюки эти. Господи, что так сложно-то? Давай. Давай. Пожалуйста. 4 слота оружия, кстати, у меня теперь. Это радует. Ну, 18 уровня, типа. С 18 уровня это дается. Неплохо тогда. А, беги, 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 беги. Почему они не открываются? Что такое с ними не так? Блин, нам надо еще наверх. Ай, блин. А как сюда забраться? Вы не офигели ли? Это походу выход. Ну хотя бы монстры отстали. Чё за фигня? Как забраться сюда? Откройся. Сезам. Эй. Сезам, откройся. Чё за норы тут какие-то? Да ёпт. Блин, снова эти говнюки появились. Давай, беги, 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 беги. Пожалуйста, беги. Здесь не можешь никогда. Хотя... Туда не варик, сейчас помпу сразу, если я туда спрыгну. Куда бежать-то? Что сделать-то? Как туда попасть? Я в эту пещеру не помещусь, наверное. Да, как я и ожидал. Что я в эту пещеру нифига не помещусь. Да как в тебя попасть? Внутрь. Я ничего не гарантирую, но может походу с другой стороны. О, она открылась. Открылась, падла. Открылась. Заходим. Сохраняемся. Вообще шикарно. Ладно, друзья, я предлагаю сегодня на этом нам с вами закончить. В общем... Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в группу в описании под видео. С вами был GameChino Alex. В следующих сериях мы продолжим залипать в Borderlands. Ну, на этом все. Всем пока.